Дома прокуроров, расследующих дела налоговиков, обстреляли из боевого оружия. Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал генпрокурор Юрий Луценко. Напомню, 24 мая в 15 областях Украины прошла антикоррупционная операция. Правоохранители провели 450 обысков и задержали более 20 фискалов. Утверждают, что налоговая служба под руководством беглого Александра Клименко нанесла ущерб государству почти на 100 миллиардов гривен.